Потому что звания нет, вот потом и не видишь. У всех новички, типа, но не показывают название. Ну, типа, твое и там, кого сколько привод. По-моему, так или нет. А ты про то, что в заметке не видит? Ну да. Поставь, чтоб... никто... да, поставь, чтобы все видели. Сейчас. Ждем. Ждем. Да, ждем, ждем. Я ближе подошел просто. Во, теперь видно, все нормально. Ну да, я помню, что в офицерском отображается, я просто не ставил галочки там. Да, Люви интересуется, гильдия наша жива здесь или нет. А Люви? Угу. Ну, если он про X4 спрашивает, то можно. Да, он про здесь спрашивает. Ну, зачем вы загрели, блядь? По 5 стаков на рейде, вы агрите, нах. Вы танки, блядь, все дохуя, или кто, нах? Ну, кидайте. Я промолчал, и все побежали. Изгнание зла кидайте по ним сейчас, чтобы не стакалось на рейде. Ну, все равно стакаться будет. Она в этом эфире тоже придет. Эфире, по-моему. Стоим, сделаем, хилимся. А что, хилов обратно можно закинуть или еще надо? Да, сейчас я раскидаю. Пригласить его в гильдию. Ник Виталя, прям по-русски. Виталя. У меня в бригаде есть такой Виталя. Да, и куда вы ко второй побежали? Просто ДК можно было притянуть в обратку и все. Вторую гарбу сразу добыл. Фир, дайте, спасибо. Все, подошли сюда, отпиваемся. Стартуем. Никто не падал, рыбу не надо. Войт и Тагариус половите трэш, я с боссом разберусь. Никита тут? Арчина готовность, если все готовы, полетели. Частицу, пожалуйста, обнови. Полик. 8. Все, все готовы, даю таймер по таймеру пул. Прощайся с жизнью! Ну почти по таймеру, прям вот, почти. Тут не будем сдавать геру, без геры бьем. Оставим на Хейгана, чтобы с пула ее сдать. Трэш собираем там. Сейчас
Нихуя себе, вас разогнал. Ждем трэш, по трэшу играемся. Сейчас еще пак трэша будет. Да, торгаем строж. Трэш собираем. Проклятие. Две одинаковых ноги, блядь. Да, говно, конечно, они вот. Так так и есть, поехали, как ты написал, судью. Так, для справки. Вот как ты написал, так оно сейчас и работает. Ну окей, хорошо, я понял. Тригу закинул, что ли? Что там по ГП эта хуйня уходит, да? Какая? На шее, я думаю, нет. Ну, если нет желающих за ГП взять, тогда по роллу. А если есть кто хочет за ГП забрать, почему бы нет? Так никто не хочет за ГП брать, все будут по роллу брать. Нахуй, да. Че этого говна еще насыпет? Вот, правильно. Тогда пан выиграл. Если за ГП никто не хочет.
Этот то же самое, да? Три куска. Да, такие же. А трик что у нас? Этот энчантер? Ну, спросите, чем он второй пост? Я думал, там Элем или куда. Ну, ты просто скажи, что ролим на дис, если никому не надо. Пусть ролят. А кто энчантер у нас есть? Разница, смотри, можно хватает у нас энчантер. Камни в этот. Дропе лежит. Камни, блядь, в дебанк закидывали, да и все. Да, сдадите вон, кто распыляет. Он вам потом зачарит что-нибудь. Так, шапик, трик. Если сильно надо, могу с ГП дать. Надо тебе? У тебя какая-то. А, погоди, стоп, я не ролил. А, мне даже. Парни, извиняюсь за такой вопрос, возможно, глупо. А что такое ГП? А это. Система лута. Это система лута. Почитай в инете ЕПГП. Там подробно описано. Короче, за убийство боссов ты лутаешь ЕП. За лут шмота ты лутаешь ГП. Ну, то есть, если вот Рева даешь шмотки по луту. Ой, по этому, по ЕПГП, то ты лутаешь за эту шмотку ГП. А твой приор, твой приоритет на эту шмотку рассчитывается по элементарной, блядь, системе. Твое ЕП делится на твое ГП. То есть, если у тебя там 300 ЕП и 0 ГП на данный момент, то какой у тебя приор? 0. Нет, не ноль. У тебя не ноль ГП, у тебя... Послушай, подожди, я вообще нихуя... Я, если честно, вот то, что ты вот это все объяснял, я вообще нихуя не понял. Надо было почитать просто. Типа, на словах вообще не понимаю. Я почитаю потом просто. Я понял. Ну, лучше прочитаю, окей. Я просто сказал, я пытался понять, типа, и что-то вообще ничего не понял. Ну, проще говоря, смотрите, ЕП начисляют, вот. Исходя из этого, ты в приори повышаешься. ГП тебе начисляют, ты в приори падаешь. Что такое вообще ЕП и ГП вообще? Вот это вот, ну, ну, еще раз я тебе говорю, ЕП тебе начисляется за каждого убитого босса в 25-ке гильдейской, вот когда мы гильдии идем, а ГП тебе начисляется за каждую там шмотку, которую РЛ отдает по ГП, по ЕПГП. То есть вот сейчас некоторые шмотки уходят по ролу. А некоторые будут уходить за ГП, вот как в начале там у нас сапоги, еще что-то ушло за ГП. А. Да, вот такая вот хуйня там. Тактику на босса быстро рассказывают. Смотрите, ребят, будем двигаться по вот этим меткам. Двигаемся за танком, то бишь за мной, за Валтору. Первая фаза, мы по чуть-чуть переводим, РДД все стоят на платформе, милики, двигайтесь за мной. Стоите всегда четко за спиной у босса, я буду босса ставить так, чтобы он четко находился по центру, чтобы вам было удобно стоять и вас точно не зацепят. Вторая фаза, когда начинается, она начинается с моих слов, все побежали в череп. Как только я говорю, все побежали в череп. Да, Резван, я помню, я сейчас исправлю, не переживай. Все поставьте шкаф, засумуньте там у нас хант в Даваране. Вторая фаза как и начинается, когда я сказал все и идем в череп. Все сбегаемся в череп, он телепортируется вот туда же на платформу, где сейчас стоит. И, собственно, начинает кастовать лужи. Как только он кастанет первую лужу, которая будет в кресте, я говорю, что... Рейд, побежали. Вы моментально начинаете бежать четко вот по этим меткам. Бежите нон-стоп. То есть из черепа в крест, с креста в квадрат, с квадрата в полумесяц. Если слишком быстро бегите, меня начинаете опережать, то можно делать небольшую остановку. Но лучше не надо, как бы лучше идите. Если по вам попадает эта лужа, вы сразу же умираете. Трик, ну да, вот по меткам, просто прямо двигаешься и все, и не заебуешь.
никого. Хоть тут ТССов меньше, так, мало толку. Фича на меня на всякий случай СС. Black Dark на Шекета, Рыбоцыпа на Войда. Так, Ханта засумонили, да, засумонили, вижу. Арчи на пул. Так. Даю таймер, по таймеру пуляем. Ребята, пулик. С пула только не ёбуйте, дайте я его поставлю, блядь. Я шаманов не раскидал. Да, блядь, хуй с ними, с этими шаманами. Передвигаемся, вот. Рдена нормально, вас дебаф не цепляет? Нет. А, давайте, Гера. Еще успеваем. Раз. Я на диспеле, остальные хитите. Так, там уебало уже, да? И тут стоял, не видно было нихуя. Блять. Двое войд своих. Пробафайте быстро меня, пожалуйста. Забрал босса. А потом после перебежки по вазу БР отдашь его все в череп. А отдашь его войд. Шакит по резвану, если что, дашь БР. Приготовились, рейд. Побежали. Блять, сказал после перебежки, зачем вы стоите, дрочите, блять, в итоге умираете. Да, по всей видимости, будем сейчас ложиться. Ложить. Сколько, блять, 70% фейда легло. Может, аспект врубить на эту хуйню? Ну, нет, аспект не надо. Тут спокойно и так бегается. Я вот, блядь, сейчас бегал спокойно абсолютно. Там никаких проблем нету с тем, чтобы пробежать, блядь. Там проблема просто среагировать. Когда вот я сказал, побежали, блядь. Вот вы увидели первую лужу. Все, побежали сразу. Хорошо, молодцы. А я вообще-то на пьедестале, как я сниму? Выйди из комнаты, Шакит. Все, вышел, снимаю. Я вижу вас. Закрой глаза. Вставай, да? Да, вставайте. Проще не набежать. Закрой глаза. Усни. Я вижу вас. Вот отряд пидорасов, блядь, на входе стоит. Ребят, ну, фласки пропейте, ну, серьезно, блядь, вы приходите в инст, где, как бы, требуется максимальный ДПС на данный момент. Мы не 230, ДПС, блядь. Ебимо.
Мы не 230-е, мы не 240-е, как бы, блядь, даже там не 200, блядь, 25-е, нахуй. Вы пришли в контент, который на данный момент является для вас топовым. Имейте совесть, как бы, запастись пасочками, блядь. Они не такие дорогие на Ауке сейчас. Полтинник стоят, все фласки абсолютно. Ну, танковские последний раз я смотрел, 70 были. Да, они 70 стоят, но это тоже не особо дорого. Ну да, как бы. Да, я сейчас вам себе алхимку пытаюсь докачать. Алкашная трава нужна. Сколько фласок на рейд нужно? Ну 4. Вот прикидывай, если у нас РТ, допустим, тоже те же там 4 часа, то есть у тебя с собой должно быть 4 фласки. Если это алхимик, то 2 всего. Ну да. У фласок нету грейдов, то есть нету вариантов фласок, которые стоят дешевле. Опа, а что, 30 голды это дорого? Ну, мои фласки не 30 стоят, те, которые мне в гайдах написаны, они по 200, по 100. Это какие же? На СПД. 50 голды на СПД стоят. 50 голды стоят. Окей. Я смотрел просто, когда мы только первый раз в рейды пошли, сколько они стоили. Да никогда не здесь 200 не стоят. Не, просто если вот хастподы, если зелья быстроты, то да. То они дорогие, но пока без них можно. А вот вместо него что? Пока ничего. Можешь пока без них, как бы. Ну, тебе линканули, что тебе надо. Больше ничего тебе пока не надо в рейзе. Че, вообще есть еще время этот отойти? Отойти? Нет. Да. Понял. Да, так на одну минуту просто. Ладно, окей. Пока это, терпи. А че у нас Шамик лежит? Я просто просил. Сейчас позже РЧ сделаю, если Шамик АФК, значит, тогда если что, отойди. Сейчас умолишь. Я тут, меня просто не подняли. Ну, поднимите, Шамик. Поднимите ему веки, блядь. Сейчас фичи отправлю сумму. Отправляем. О, я вспомнил. Вот рыбу натыкал. Просто затыкал я сейчас. Или ты Володой гамал. Не знаю, она пропала. Зачем рыбу втыкать? Один раз, блядь, тыкнули, пожрали, нахуй, успокоились. Еще раз кто-то сожрет, нахуй, ГП всему рейду, блядь. Из-за одного долбоеба будут страдать все. Вот жалко, меня там нет, я бы затыкал. Да лучше Абдор, скажите, как называется, который эту хуйню палит. Долбоебчик. Вытянут фласки, я думаю, наверное, хватит. Да хватит. Арчена готовность. Ген, что там? Да пофиг, давай пулей, блин, уже достанем. Че, фласки не хватает? Ну, у меня вот депонатор говорит, а где фласка? Он говорит, на оке. Че бы нет. По фиче дайте, пожалуйста, каску и крестик. Просто игнорит, вот и все. Он просто пришел почилить. Холик, если тебе жалко голды на фласке, возьми хотя бы, блядь, зелье молниеносности, которое тебе хосту апает. Они дешевые. Возьми ими, пока пользуйся. Фласка, там интеллект есть, фласка, которая пьет. Ну, либо, да, либо интеллект, либо зелье молниеносности. Ну, как бы тебе профитно будет. Хоть хосту улучшить, хоть инту, как бы тебе это профита до хера даст. Чё у нас с Лимхаммером, что у нас с Пукичем, чё с фласками, ребят? Как дела? Ну, где их взять? Кстати, я сейчас всю голду потратил, у нас сейчас ещё просто 10 голды. Аукцион, Лимхаммер, аукцион. Ну, сейчас где... Нужно взять на аукцион? Да нет, блядь, Так вы же выяснили, что у нас нет давно. Так, Килнес, Рога, что такое?
У меня есть фласки нового, ОП лишний, надо кому? Физ. Ну, он Лилхаммер туда. А, фьюдж тут? Фьюдж тут. А, Килнес, чё такое? Вообще, я фласку продам, это я как раз. А, я понял, вот это окей. Почему смотри, Гена до сих пор киоск не открыл? Как фласка на силу, называется? Так, всё, стопнули флот на момент трая. Спасибо. Опять шамалась, ну ладно. Ну, подиспелишь, что я могу сказать. Я так не диспелю. Все, я же о тебе забочусь. Чтоб тебе не скучно было на этом бойсе. Мне так не скучно. Я вот развлекаюсь, как видишь. Да, были жестокие 80-е. Мы развлекались, как могли Геру дать. Будем развлекаться, как моем. За спиной стоим четко. Да, четко за спиной стоим, конечно, блядь. Сбоку уж профитнее стоит, там пизда там, блядь. Там кормят нахуй. Да чего я, блядь, каждый раз бегаю, разворачиваю босса, блядь, переворачиваю. Хуй поймешь, нахуй. Я тоже не понимаю, хуй не страдаешь. Ну. Все в череп, все в череп, все в череп, все в череп. Ну потому что, блядь, кто-то в квадрат побежал. Стоим, готовимся. Побежали, побежали, не стоим. Минус 5. Еще дальше побежали. Я даже приостанавливаться, блядь, успеваю. Я не могу понять, как вы не можете пробежать, блядь. Все, уходите. Так, итого минус 6, минус 7, минус 8, минус 9, минус 10, минус 11. Заебись, заебись. Ну, чё, если да так, какой... если так будем бегать, то убьем. Да какой, блядь, рандом, нахуй. Блядь, ну в чем проблема, блядь, увидеть первую лужу и побежать, блядь. Просто, блядь, побежать. Тем более я стоял не впереди планеты всей, я стоял наоборот сзади вас, блядь. Специально назад отошел, чтобы, блядь, протестить нахуй. Ну, я не знал, меня, возможно, залагало, потому что, видишь, я прям в квадрате упал. Типа, я бежал вместе со всеми, но мне прилетело. За босса. Тагариус, до свидания. Почему, блядь? Ну говорю же вам, сука, ну стойте все милики за боссом, за боссом. Я его поворачиваю каждый раз специально для вас, чтобы вы не болтали урон. Ну здравствуйте, приехали, блядь. Для вас стараешься, блядь, все для вас делаешь, нахуй, вы, блядь, не можете нихуя сделать. Приготовились, скоро в череп будем сбегаться. Ну мы такого еще минут 10 будем бить. Все в череп. Все в череп, все в череп. Оба Бэра лежат, эсэсов на них не было. Побежали. Нормально.
Да заебись, вы бегаете. Нет, прямо метки, вот. Сейчас, серьезно. Ну, ладно. Что метки? Прямо в метке помер. И Резван, и я. Че, может, по хилам БР откинем, Влад, и добьем так? БР, которых нету? А, блядь, есть. Вот. Метка, видишь, висит. Ну, не знаю, я стоял вот здесь, меня не убило. Мне интересно, как подробнее все будет. У нас десятки пак было. Да все, умирайте. Мы не убьем. В 3DD? 34%? Умираем. Давай, короче, репутация. Не, в десятке я еще убивал в троих, блядь, три лица. А ну, тут десятки, нахуй... извините, хп поменьше, блядь. Я тут, в общем, охота закончилась, а наоборот, могу зайти. Ну, пока нет. Так, на всякий случай. Почему каждое КД мы приходим сюда, и здесь у вас, блядь, начинается просто, нахуй, трэш, блядь, какой-то. Мелики, танки, еще раз повторяю. Всегда мы стоим четко, блядь, за спиной босса. Не надо стоять перед, сбоку и так далее. Четко за спиной. Я его провожу, ставлю в метку и разворачиваю. Ваша задача, вы можете четко, блядь, ходить по этим меткам, нахуй. Потому что я босса всегда подвожу под метку. У вас ренжи хватит оттуда дамажить. Можете четко в метку становиться, и вы будете доставать. Если не достаете, шаг вперед просто к нему делаете, и все. Кто там сагрил уже? Он что-то говорит. Три газдозы. Сейчас поменяю. Нате вам всем перерыв на 2 минуты. Есть время слетать. Что-то нету, да, починиться. Можно лететь. Че, Вакрим сегодня опять в проебе? Он тут первый умирает. Один из первых. Ничего не меняется, как обычно. Там, по идее, вообще поздно вот эта метка последняя. На ней не надо там, ну, получается, прибежал на нее, там сразу всплеск идет, надо обратно уже бежать. Уже там слакает. Где там переноска персонажа-то идет? В личном кабинете на сайте кнопка. Напротив персонажа будет. Ну смотри, там, прежде чем переносить, ты апни там 264 уровень. Я хочу это сделать. Там два ЧБ дадут вместо одного. Там хлам какой-нибудь на цепи там, который... Ну, там непонятно, кстати, как они считают, на текущий момент или на момент переноса? Не, на сайте я вот переносил, мне не хватало 2 левела, короче, блядь, и меня с одним брюлем. Не, ну я понимаю, но в условиях на форуме было написано, что до 22 числа, когда-либо одетый.
Я после 22-го переводил. Не, я понимаю, что все переводили после 22-го, а я про то, что item level должен был быть до 22-го числа. Выше 264-го, чтобы получить 2 черных бриллианта. И Дозет, а ты мне писал, что ли, вчера, что ли? Что? Ну, какой-то приз вчера мне доебался. Ты, говорит, это X3. Не, я вчера не играл, говорит, вообще. Значит, это фимочка. Больше пристов я в гильдии наш не знал. А голда переносится в полном объеме? Все переносится. Банк, почта. Там тебе, наверное, 1000 персонажей, чтобы ты банк переехал, блядь. Ну да. Так вот, инстычи-то не регаются ни хрена в ДДшку. Сколько там максималка голды? 214, да, вроде бы? Примерно. У меня просто 700 косарей, я не знаю, как перенести. У меня, по-моему, есть там еще один персонаж, который можно перенести. Более-менее высокого уровня, чтобы мог больше голды брать. Так через почту. Можно и через почту. Но это такое... Не факт, короче. Вообще, может прикол быть, что придется восстанавливать это. Так. Все, я покушал, я подобрел. Сейчас буду разъебывать ГП. Короче, два трая еще. Если вы также будете продолжать душить. Первый сфак. Первая смерть. 5. Не, ладно. 1 ГП. Второй сфак в рейде. Этого же человека. 2 ГП. Третий сфак. 3 ГП. И так далее. И это продолжается до конца инста. На любом боссе. Фух! Зайдите. Поехали. Я сейчас пока кушал, думал, да? Да, я пока кушал, смотрел как бы на вас всех и думал, и такой... Бля, надо, короче, вас позаебывать. Что за ярмарка невиданной щедрости, блядь? А когда по пингу умираешь? Не ебёт вообще. Делаешь сразу скриншот со своим пингом и мне в личку кидаешь, чтобы я видел, что у тебя реально пинг там 1500-2000. Так, РЧ на присутствие. Захожу. Давай, Ген, заходи. Саш, поставь рыбу. Ладно, в выходные буду заниматься этим переносом. Там месяц времени, как минимум. Ну, у меня больше времени. У меня полгода переноса. У меня это руками переносить, сука. Ну да. Смотрим. Сколько там? 5 минут перерыва было. Да я угадаю, никто за фласками не летал. Никто за фласками не сходил. Ну, он депонатор взял. Так. Все, пропиваем фласочки, все тут. Даю РЧ. Если все подтверждаем, Паска 200 голд. Нахули пала, что ли? Да вряд ли нахули пала 200 голд. Забей, все. Все готовы, даю таймер, по таймеру пуляем. Опять-таки повторяюсь. Сразу с кво не влетаем в него, не всекаем.
что нелики четко стали за спину. Передвигаемся в Леру. Мурок череду отдал, что ли? Все, все в череп. РДД в череп. Приготовились. Побежали. О. А, вы давно побежали уже? Значит, да. Значит, я залагал. Заебись. ГП нахуй. Пиздец. Так я стою в черепе, у меня проходит первая лужа в кресте, я начинаю бежать, тут я мертвый, и во мне в черепе уже уебала лужа. Я такой... Тагариус, словишь босса? А у нас там Войд живой. Войд, значит, ловите босса кто-нибудь. Шакит... Могу тебя... Войд, ну ты меня подними, в принципе. Павел, Павел. Хуёво довёл, сейчас сдохнут ноги. А, не, не повезло. Я после коста встану. Забафайте, пожалуйста, по фулу. Забрал. Войд ко мне ближе, чуть подойди. Угу. Все в череп побежали. Да, надеюсь, сейчас опять не залагает у меня. Побежали. Во. Что у нас по шаманам? Хватает маны? Да, хватает. Войд ближе. А, там нормально. Тут и расщелина.
Да, но именно по расщелинам по этим бьешь. Так что если знаешь, что такое расщелина сейчас не ебанет, то можно стоять нормально. Тут же еще бывает бьет типа двойной всплеск, блядь. Да, бывает. На нахуй. Ну, кстати, их в метке убило. Добивайте, только там. Люция. Я больше гробу. Сказал про. Сказал про ГП, блять, убили сразу нахуй. Ну, кстати, тринька топовая на хила опять выпала. СРП? Нет, которая с постепенное исцеление. СПД и прок на постепенное исцеление. Я думаю, паладины царапать начинают с ней. И помимо еще тринька с арпом выпала. Меткость арп. Я вот думаю, с одной стороны вроде прикольно, с другой стороны нахуй бесполезная триня. Вон там фуриваром каким-нибудь че ее отдать. Да-да. Ну, сапожки эти на шаму прям вообще огонь. Да и на холика. На холика, по-моему, такие желатные есть. Ладно, я пошутил, это между хантами ролиться будет. Пошлите потихоньку, хули стоим. Ну, без меня уже, блядь, нельзя идти. Туда. Это правильно. О, я опять залагал. О, я отлагал, заебись. ДД, глазики бейте, пожалуйста. Как думаешь, эта триня стоит за ГП, чтобы ее все... Ну, если есть желающий, кто заберет за ГП, ну, я бы, допустим, триньки бы точно отдавал. Как за ГП забирать? А, слушай, нет, имеешь в виду мрачный перезвон? Да, да, нет. Да. Не стоит. Нет, да, я бы хиловскую только дал бы за ГП. А там хилов-то, ну, я содиуму скинул пару. Да, я на КПшку забираю. Ну просто это реально, это бис. Просто до ульды это бис. Блять, раги нету, нихуя нету, блять, дайте одного червя подержу, не убивайте его. О, он раги мне дал нормально так. Спасибо, брат. Вой, залежь маны. Угу. На эту, которая имеет на хит из ПД, которая кастерская, блядь, она вообще никуда не падает. Чем. А мне какой-то тип говорил, с 25-ки, блядь, с нового босса по 2 штуки дропалось. Нихуя себе. Ну, подфартило, наверное. Ну вот я, допустим, еще ни разу не видел пояса танковского ватного и зап. И щита. И одноручки. Просто не видел. Вот мы какой третий, четвертый раз тут. Я не видел этого шмота. Я звук для на секунду отойду. Да, ты говорил, спадает. Ну, да, он лучше, но меткость уберется. Сразу он без меткости. Ну, в принципе, если бы он выпал, я бы, наверное, заменил бы. Да-да-да, так же будем делать. Да, престы по команде будете помогать под хилом, молитвой. Может, третьего Аршама? Плюсую.
Ну давай, трик, спекость. И попадя, скинь, пожалуйста. Но... И ГП начисли. Ты так и не начислил. За тринг. Да, 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 Тагариус так же. Войд с меня забирает, ты с Войда забираешь. Хуя себе, 50? Угу. Нормально. Ну там тринки-то 7 и 226 с ластов шмотки. Согласен. Я там писал, чат скопировал. Ну хорошо. Так, присты, паладины, помогаете по моей команде. Начинаете помогать под захи, по захилу. А, Трик, ты орехи кидай на Тагариуса. Содиум на Войда, Шамик на меня. СС-ы, рыбоцыпа по мне. Блэк Дарк, Тагариус, Пича, Войд. Не вопрос, не вопрос. Откатится, сдадите. Там вначале все равно особо они это не разъебывают так. Давайте, Арчина, готовность. Да, все в мелизоне. Да это сын собаки орёт, блядь. А Герри Сарган?